15 лет назад начал работу первый всемирный курултай башкир. Он положил начало деятельности крупнейшей башкирской общественной организации. Создавался курултай прежде всего для того, чтобы показать единство башкирского народа, изучать его историю, культуру, быт, ну и, конечно, подчеркнуть важность изучения башкирского языка. За 15 лет деятельности башкирской общественной организации состав председателей постоянно менялся. Мало людей, которые остались заниматься этой деятельностью на протяжении долгого времени. Одним из тех, кто остался неизменным своему делу, является Раиса Сырлыбаева, председатель исполкома Курултая Башкир города Кумертау. Работы всегда много, если, конечно, относиться к этой работе добросовестно. Ну вот у нас были проблемы в свое время с набором детей в башкирские учебные заведения, в частности, в башкирскую 13-ю школу, это детсад номер 8. Затем у нас были открыты башкирские классы в 5-й школе с 1 по 9. Там количество учащихся было недостаточно. Открылись, конечно, классы в школе номер 8 маячным. Ну, там нужно было в свое время решать вопрос кадровый с учителями башкирского языка, ну и оформлением кабинетов, потому что ничего этого не было. Работы было много, и каждый, как говорится, старался на своем месте выполнить порученное дело. В настоящее время Курултай Башкир города Кумертау занимается решением тех задач, которые были поставлены на третьем всемирном Курултае Башкир, который состоялся в июне 2010 года в Уфе. Здесь решались наиболее важные жизненные вопросы башкирского народа. Мы много работаем по претворению в жизнь решения третьего всемирного Курултая, но в этом году особенно много мы работали, вот организационные дела у нас были. Это второе у нас городское собрание, скажем, башкирской молодежи, где мы выбрали новый состав, определили, избрали нового председателя Кутлахметова Шаймурата. Состав молодежный Курултай очень сильный, я считаю, там тоже 19 молодых людей, очень энергично, они сходу начали работать. Как отмечает председатель исполкома Курултая Башкир Кумертау, большую поддержку в их деятельности оказывает глава администрации города Борис Беляев. Не менее важный вклад вносят и те люди, которые трудятся в исполкоме Курултая и не жалеют своего времени для достижения тех задач, которые поставлены перед башкирской общественной организацией. Стараемся работать так, чтобы в нашем городе мир и согласие царили всегда. Это наша задача, не только родить за свой башкирский народ, но быть в мире и согласии со всеми народами, проживающими в нашем городе. Анжелика Ларкина, Эльнур Ганиев, новости.